сегодня ночь на телеканале ТНТ. Это Comedy Club «Короли вечеринки». Мы наконец-то провожаем этот злосчастный 2020-й! Вау! Много лет подряд на Новый год резиденты Comedy Club мучили звезд шоу-бизнеса и ТНТ своими конкурсами и играми. И сегодня пришло время им отомстить. Этой ночью мы будем издеваться над резидентами Comedy Club, которые сами будут участвовать во всех конкурсах и бороться за звание королей вечеринки. А сейчас я хочу пригласить на эту сцену Павла Волю и Гарика Харламова. Да всем здрасте, всем здрасте. Всем здрасте, добрый вечер, с наступающим всех, ребята! Ура! Вы будете капитанами своих команд, поэтому нужно набрать свои команды из резидентов Comedy. Ну, выбор у нас небольшой, как говорится. Тимур Батрудинов, наверное, со мной. Мне иностранца, давайте. Демис Карибидис, Демис! Андрей Верин! Дима Сорокин, Люсё! Марина Кравец! Зураб Матуа, давай к нам! Андрей Бибуришвили! Антон Иванов, Бандера, спите! Андрей Шелков! Андрей Минин, Дюша из USB, давай к нам! Костя Волосаев! Волосаев! Соболев! Ай! Ай! Дима Вьюшкин! Туда, ты туда идешь. Горелый, иди к нам. Горелый, в нашу команду. Женя Синяков. Дмитрий Грачев. Алексей Смирнов. Иди ко мне туда. Иван Половинкин, в нашу команду. Команды набраны. И мы готовы начинать нашу вакханалию, но прежде вам нужно будет... Вам нужно будет придумать название для ваших команд. Поехали. А у нас есть название, да? Харлампа Батрудина. Харлампа Батрудина. Так, как называется ваша команда, скажи? Наша команда будет называться «Команда победителей». И даже если мы проиграем, отсюда уйдет «Команда победителей». Это очень дерзкое название. Мы покажем вам, что это не так. Хорошо, Харлампа. Это окончательное название? Да, да. Все, тогда присоединяйтесь к своим командам. Итак, сегодня в новогоднюю ночь на телеканале ТНТ за звание королей вечеринки Comedy Club будут сражаться Харлампа Батрудина и команда победителей. А приз сегодняшнего вечера вы придумаете сами. Команда победителей придумает желание проигравшей команде. Мы переходим к первому испытанию, которое для вас, и для вас приготовил самый красивый человек. Пожалуйста, покажите красивого человека. Дорогие друзья, желаю вам в новом году быть сексуальнее, чем я. Ой, вслух сказал, не сбудется. С Новым годом! Я не буду сильно издеваться над ребятами, потому что они все знают, где я живу. Поэтому просто веселый конкурс. Музыкальная разминка. Расслабьте булочки, напрягите ротики. А теперь о правилах. Участвует от каждой команды по 4 человека. На экране появляется тема, а вы вспомнили песню, назвали строчку и двигаемся дальше. Побеждает команда, которая назовет больше всего песен. Итак, от команды Гарика Харламова на сцену приглашается Андрей Шелков, Тимур Батрудинов, Андрей Аверин и Марина Кравец. Команда Воли. Павел Воля, Дима Сорокин, Демис Карибидис и Зураб Матуа. Итак, первая тема для песни. Тема алкоголь. Погнали. И его последствия. Алла, что ты делаешь, Алла? Рюмка водки на столе. Пустите меня на танцпол пьяным подвигаться. Выйду ночью в поле с конем. Идет бычок, качается. Секс, секс, как это мило. Это ужасно, что я сейчас скажу. А тому ли я дала? Так могу, вот так могу, вот так. Давайте усложним задачу. Поем песни про 2020 год. Ехай. Ехай.
Это увлекательный был аттракцион. Плевать, если я заболею. Неприятности эту мы переживем. Больше никаких вечеринок. Когда твоя девушка больна? Я волна, новая волна. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. А следующая тема, и она, собственно, заключительная, да, но самая приятная. Эротические фантазии. Алла, что ты делаешь, Алла? Это просто дождь, это... Только мы с конем. Так могу, вот так могу, и так... Моя ладонь превратилась в кулак. Нет, Дед Мороз, погоди. Твой малыш растет и по годам. Хочешь, я в глаза? Перепачканное лицо. Замыкая круг, ты назад посмотришь, друг. Мой друг, ты уж меня прости. Послушай, это недолго. Достаточно. Вот на этой ноте мы и закончим. Вы не поверите, но победила команда победителей, команда Павла Воли. Впереди нас ждет самое интересное. Следующее испытание подготовили ребята, над которыми издеваются не только в новогоднюю ночь, но и весь год. Шоу «Импровизация». С Новым годом! С Новым годом всех! Друзья, в наступающем году мы хотим пожелать вам, чтобы вы были как фанаты Бузовой. Любите, несмотря ни на что. Будьте как охранники Тимати. Будьте здоровы. Будьте как Харламов и Приставка. Никогда не расставайтесь. С Новым годом! С Новым годом! В нашей передаче нас постоянно бьет током. И мы подумали, почему только нас? И придумали для вас конкурс. Он называется «Ток-ток». В следующем испытании команды будут участвовать по очереди. Правила простые. Один человек от команды поет песню, которая написана в виде вопросов. Он должен петь правильно, отвечая на эти вопросы. И самое приятное условие. Если участник даст неверный ответ, всю его команду бьет током. Побеждает команда, давшая наибольшее количество правильных ответов. Готовы? Погнали! Гарик Харламов будет петь песню «Айсберг». Ребят, держитесь, простите. Простите. Мы решили, что будем держаться. Да, пожалуйста. Даже если ты неправильно споешь. Возможно, это будет все время. Давайте. Девять минус двадцать, это будет 19. У матранга хит матранга, Е равно МЦ квадрат. Есть король Филипп Киркоров, муж варум певец Антонов. А родственник картошки называется батат. И лишь тупой не знает, что бой быков. Понятно идиоту, князь Мышкин. Я не знаю. Ставрида — это ставни. Картофель — это рыба. Лолита — это сула. Из ягод суп. И Брюсли — путь в неволку. Пес Лора Крэмер Стас. Я не знаю ничего. Знают все, что тинки-винки. Это синий тинки-винки. И, конечно, все пираты очень сильно любят квас. По-английски дочка-дотер. По-немецки мама-мута. По-грузински это спила. А по-русски это мать. Известно всем на свете, что рыбий жир вонючий. Не знают лишь дебилы, что Путин президент. А Русь крестил, крестите, что внуком был
для сына. Я говорю, в балете ворот, иначе подарок. Когда взбиваешь яйца, то жарится что-то... Омлет! Подождите! Омлет! Я не знаю! Вы еще живы там? Вообще вы должны были привыкнуть. Вы понимаете, что это было на противоход? То есть как бы боль должна была притупиться в какой-то момент. От команды Павла Воли на сцену приглашается Андрей Минин. Он исполняет песню «Замыкая круг». Встречаем! Yeah! Поехали! 104 плюс 12, это будет 116. В городе Москва, река Москва. Yeah! Книга «Дед Мазай» и «Зайцы». Дрозд высиживает яйца. Тритраханзат название слона. Мерседес в народе мерен. В глухаре играл Аверин. Маленький слуга зовется Шпаш. Песня Цоя, группа крови. У Чигана сбриты брови. Клава Кока пела песню Краш. Переменный ток. В волейболе нужен блок. Носят гейши кимоно, жена индейца. О! О! Тихий дом. Обезьяна ест банан. Натрий, хлор, иначе соль. А Грея ждет осоль. У слона огромный хобот. Шел с кольцом к вулкану Фродо. Режиссер Никита Михалков. За что удар был? Хоббит должен был быть! Хоббит! Сфинкс загадывал загадки. На халяву уксус сладкий. Написал Обломов, Грибоедов, Гончаров, да! Гончаров! Циркуль чертит круг. Жил на свете добрый друг. У машины крыши нет, она каприолет. Существует интроверт, а есть и экстраверт. Землю пашет клубук, Робин Гуду нужен лук. Если тебе служит джин, тогда ты Аладдин. Молодцы! Ленин нес бревно, Бондарчук снимал кино говно. Для движения машин что? Нет! Это просто финальный аккорд, простите! Бенси, бенси! Бенси! Браво! Спасибо! Это браво! Аплодисменты, Андрей Минин! Команда Павла Воли! Как легко возненавидеть человека просто из-за бензина! По итогам этого конкурса побеждает команда Павла Воли. А мы продолжаем. Следующий конкурс вам придумал Арарат Кищан. Дорогие Марки, Зои, Михаилы, Модесты, Викторианы, Вальдемары, Семеоны, с именинами вас, а всех остальных с Новым годом! Дорогие друзья, товарищи, братцы, хлопцы, пацаны, кенты, френды, гайзы! Следующий конкурс называется «Синонимы». В этом конкурсе участвует по 5 человек от каждой команды. Мы с Полиной будем читать строчки из известных песен, написанные синонимами. Участники команд, которые стоят первыми,
должны как можно быстрее понять, что это за песня, нажать на кнопку и произнести название песни или строчку из песни. Если все поняли, то тогда поприветствуйте на этой сцене. Команда Паши Воли, Демис Карибидис, Антон Иванов, Сергей Гореликов, Иван Половинкин, Дима Грачев. Команда Харламова, Марина Кравец, Андрей Бигуришвили, Костя Малосаев, Дима Бьюшкин и Женя Синяков. Окей! Итак, друзья, мы читаем названия песен, используя синонимы. Итак, «Реви, реви, двигайся, двигайся». «Плачь, плачь, танцуй, танцуй». Да, да! Дальше. Следующий. «Быстро хватай мое тело, отправляйся с моим телом в Австралию, покрывай мое тело петтингом полностью, ведь я уже могу голосовать». 18 мне уже. Забирай меня скорее, увози за 100 морей и целуй меня везде. 18 мне уже. Да! Погнали дальше. Для меня это финальный отрезок времени на тонущем корабле. Да, это наш последний день на Титанике. Я не знаю, как это защитить. До свидания. Придется идти на... Да, спасибо. Дальше, погнали. Существуют муки сложного выбора. Дорогая итальянская Маши или еще более дорогая итальянская Маши? У меня проблема ламба или фера. Да! Погнали дальше. В чем причина негативного настроя одного из агрегатных состояний воды? В чем причина? Что, между нами тает лед? Нет? Нет. Почему так жесток снег? Дальше. Женщина, которая родила мою мать, портит свое здоровье, как капитан Врунгель. Как капитан Врунгель портит свое здоровье женщина, которая родила мою мать. И? Моя бабушка курит трубку. Трубку курит! Да! Бабушка моя! Итак, внимание, внимание, боковая часть лица от скулы до нижней челюсти на боковую часть лица от скулы до нижней челюсти. Щека к щеке. Нет. Почти. Щека. Щека на щеке. Щека на щеку. Да. Ты посмотрел. Да. Вот сюда. Давай, а то сейчас на щеку. Меняемся оба. Чин сопоставимый с ротмистром. Чин сопоставимый с ротмистром. Зачем ты прекратил отношения с самцом лошади? Исаул, Исаул, что ж ты бросил коня? Да. Хоть твоя передняя часть головы довольно хороша, ты имеешь пристрастие к этанолу. Ты горе в семье. Горе в семье. А, господи, конечно. А, это Ева. А, несмотря на милое личико, алкоголичка. Да! Меняемся. Пофигу, пофигу, что испытываем мы страх к одному из персонажей мультфильма «Ну, погоди». Хоть боимся мы волка и сову. Да, а нам все равно, совершенно верно. Правильно. Двигаемся дальше. Самая умная млекопитающая и вымышленная недоженщина, клянусь, ты, не будет встречаться, не создадут брачный союз, не нарожают детишек. Дельфины, русалка, они... Да! Браво! Птицы, награжденные знаками отличия, как будто смесь эритроцитов и лейкоцитов между двух молочных желез. Да. Снегири герои поставили. Да! Меняемся! Браво! Приятная очередность звуков подвергла нас насилию, но это будет нашим секретом. Секс, секс, как это мило. Нет! Меняемся оба! Позвольте представиться, неженатый бомжара секса, средневековый хахаль. Неженатый бомжара, это типа... Позвольте представиться, я неженатый бомжара секса, средневековый хахаль. Сейчас уйдет время! Давай! Это Леонтьев. Да. А я бродяга любви. Да. Вот это, что? Что там? Казанова. Казанова, да. Конечно, да. Ну, бродяга уступим, любви. Уступим Марине. Уступим. Марине. Давайте, спасибо. Погнали дальше. Незнакомец переместился с холма сверху вниз. Возможно, это тот, кто подарит мне айфон, движется. Мне кажется, это Сири зачитывает нам задание. Тот, кто... Вот кто-то с горочки спустился. Да. Наверное, милый мой идет. Меняемся. Важнее всего, чтобы та дрянь, которую я почему-то называю музыкой, с восторгом воспринялась женщиной, которая меня родила. Такая есть песня? Главное, чтобы эта песня нравилась моей маме. Да. Итак, следующая строчка. Возраст Христа парнокопытных, возраст Христа парнокопытных, возраст Христа парнокопытных. Enter. 33 корова, 33 корова. Да. Ну. Марина. Марина. Но она не христианка. Употребим жидкость во имя тяги друг к другу. В данную минуту отражают свет твои сенсорные органы. Выпьем за любовь. Конечно. Браво. А дальше?
И дальше как... снова выпьем. Да, хорошо, да. Погнали да. дальше. Руководитель большого скопления военных, биологический отец, руководитель большого скопления военных. И... Батяня, батяня, да. батяня, камбат. Да, и еще одна. Не препятствуйте моему доступу на площадку для телодвижений. Я буду перемещаться там в состоянии алкогольного опьянения. Пустите меня на танцпол, пьяно подвигаться. И это все. Все. И в этом конкурсе победила команда Харламова. Это Comedy Club, короли вечеринки. И мы переходим к следующему конкурсу. Его подготовил человек, который неоднократно страдал от вас в новогоднюю ночь. Яна Кошкина. Девчата, в новогодние праздники вы можете вставать на что угодно. На лыжи, на коньки, на сноуборд. Главное, ни в коем случае не вставайте на весы. Не портите себе настроение. С Новым годом! Ребята, каждую новогоднюю ночь вы ставите звезд в неудобное положение. Сегодня в неудобном положении окажетесь вы в конкурсе под названием «Музыкальный твистер». Итак, музыкальный твистер, что бы это ни значило. От каждой команды мы вызываем по два человека. Участники одной команды должны будут петь песню и играть в твистер. Участники команды соперника должны будут ими управлять. После этого команда меняются местами. А можно одно уточнение по сценарию? Вообще твистер — это как секс? Я решила, что... Ты просто первый будет... человек в мире, кто говорит твистер. Давай займемся сексом. Я говорю, да, я так и говорю. Ладно. Ну, в смысле, я не... Неважно, не надо уточнять. Просто дай мы сами додумаем. Итак, на сцену приглашается команда Гарика Харламова. Андрей Аверин и Андрей Шелков. Опа! И команда Воли. Андрей Минин и Зураб Матуа. Вы играете, а вы ими управляете. Выигрывает тот, кто продержится как можно дольше, потому что ваша задача — удержаться, а ваша — их уронить. При этом вы должны будете исполнять песню. И вам достается песня «Я люблю тебя до слез». Поехали! Давай, я начинаю. Левая нога на зеленой. Подними глаза. Левая нога на зеленая. Больше молчишь. Правая рука на желтая. О чем мечтаешь ты? Левая рука на красная. Жизнь не до тебя. Левая рука на красная. Я так счастлив не был. Правая нога на красная. Для тебя одной. Правая рука на зеленая. Голова на красная. Мечты. Я люблю тебя. Голова на желтое. Давай не будем ничего загадывать, они хорошо поют. Меняю задание. Левая рука на зеленое. Левая нога на желтое. Правая нога на желтое. Правая рука на красное. Левая нога на красное. Ты живой? Лепестками белой кровь. Ниже, ниже, пой. Левая рука на красной, Андрей. Мне кажется, все. Они лежат. Что должно произойти, чтобы все кончилось? Поем, Андрон. Грязной твоей. Левая нога на зеленой. Хорошо. Давай, давай. Красотой твоей. Невидимый колонн. Давай. Левая нога на синей. Вот, да. Правая рука на красная. Как же нас с тобой. Это было очень красиво. А теперь гражданин Минин и не Пожарский, Матуа выходят сюда. Вы меняетесь местами. Цвет настроения синий. Удачи. Цвет настроения. Голова на желтая, шучу. Правая нога красная. Правая нога на предпоследнюю зеленую. Жало от нелепой. Левая рука зеленая. Правая рука и на зеленую. Мне не ясно. Правая нога желтая. Темноты. Левая рука.
Правая нога красная! Если в синий! Он грузин, если что! Левая нога красная, говорит слабак, давай! Победа! Итак, в этом конкурсе победила команда «Харлам Побатрутдина». Расслабься. Скоро отпуск. В феврале на ТНТ. Мы продолжаем веселиться в Comedy Club «Короли вечеринки». Следующее испытание нам придумала Настасья Сумбурская. Хочу пожелать всем россиянам счастья, любви и, самое главное, здоровья. И поздравить с наступающим 2022 годом. Да, именно с 22-м, потому что этот год был за два. С Новым годом! Следующий конкурс называется «Читайте по губам». Для этого конкурса нам нужно будет по 6 человек от каждой команды. Один из вас надевает наушники, в которых громко играет музыка. Остальные участники его команды встают перед ним и по очереди говорят название разных песен. Участник в наушниках должен по губам угадать название песни. От команды Гарика Харламова приглашается Гарик Харламов. А песни ему загадывают Тимур Батрутдинов, Андрей Бибуришвили, Константин Малосаев, Алексей Смирнов и Андрей Шелков. Поехали! Погнали! Привет! Ты слышишь меня? Шишки? Нет, не слышу. Ну что, Гарик ничего не слышит. Мы начинаем. Крылатые качели. Рената, Рената. Крылатые качели. Задание. Крыла. Ира. Крыла. Я. Крылатые качели. Следующий. Шене, шершене. Не понимаю. Крылатые. Давай дальше. Я сошла с ума. Я тебя... Я сошла с ума. Я хочу тебя. Спасибо. Спасибо, я понимаю. Я сошла... История. Я сошла с ума. Я сошла с ума. Да! Я сошла с ума. Позвони. Мы твои. По... По... Зво... Зво... Ни... Свои... Позвони! Позвони! Мне! Позвони мне, позвони! Позвони! Голубой! Голубой! Вагон! Вагон! Это было просто очень! Ты неси меня, река! Технически я... Ты... Неси! Ильич! Что это за песня? Не си. Ре. Не. 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 Ты. Не си. Не си. Меня. Меня, река. Ты да. Не себе, река. Привет, Андрей. Привет, Андрей. Андрей. Привет, Андрей. Привет. Привет, Андрей. Привет. Чунга Чанга. Жгучая. Чунга Чанга. Сюзанна. Не понимаю. Чунга. Туда. Тундра. Нет. Не тундра. Нет. Давай дальше. А? Дальше. Давай. Дальше. Давай. Музыка. Мудак. За что? Я думаю, такая песня может быть. Музыка. Мутный. Музы. Море. Музыка. Муть. Ты тупишь. Ты тупица. Музыка. Музыка! Нас! Музыка нас связала! Любовь похожая. Любовь на похожая сон. На сон! Такие ты гений! У него лучший рот! Это лучший рот! Вокруг! Fuck you! Вокруг шум! Fuck you! Да! Вокруг шум! Вокруг! Вагон и шлюх! Вокруг
Воруй! Вокруг шум! Вокруг шум! Вокруг шум! Что, вокруг шум? Напитки. Трамплин. Точно. Напитки. Трамп и... Покрепче. По... Покрепче. Покрепче. Напитки. Забили. На. Забили покрепче. Напитки. Напитки покрепче. А, напитки. Команда Павла Воли. Павел Воля в наушниках загадывает песни. Дэвис Карибидис, Зураб Матуа, Илья Соболев, Дима Грачев и Антон Иванов. Смуглянка. Забухался. Смуглянка. Чебурашка. Смуглянка. Смуглянка. Молдаванка. Смуглянка, молдаванка. Самый лучший день. Самый лучший день. Да. Заходил вчера. Да. Ветер с моря дул. Не ругайся. Ветер с моря. Я тебя люблю. Я тебя тоже, только это не эта песня. Смотри. Все, тут много слов. Ветер с моря дул. Ветер с моря дул. Да, да, давай. Goodbye, Америка. Труба. Там труба, но нам нужна конкретная песня. Очень много слов, давай Goodbye, сначала. Goodbye, Америка. Тупорылые. Goodbye, Америка. Давайте дальше. Давай. Чумачечая. Весна. Сумасшедшая. Весна. Весна. Только чу. Сумасшедшая весна. Но только чумачечая. Сумасшедшая. Ну чу же. Сучка. Чумачечая. Чи-чи-чи. Чи-чи. Чумачечая. Чумачечая. Весна. А, о. Гангнам стайл. Что? Гангнам стайл. Стайл. Я сам за. Гангнам. Харлам. Гангнам. Стайл. Гангам. Гангнам стайл. Да. Давай, Соболь. Так. Хута хуторянка. Хуто. Хулиганка. Да, да. Хута хуторянка. Хута хуторянка. Не знаю. Хутка. Хута. 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 Дэвис, загадай эту же, пожалуйста. Эту же? Эту же, я должен. Хута хуторянка. Хута хуторянка. Ах, какая женщина. Ах, какой прекрасный вечер. Почти. Ах, ах, какая. Ах, какой был мужчина. Женщина. Ах, какая женщина. Да, ах, да, какая, да, женщина, да, мне, да, такую. Да. Чужие губы. Чужие губы тебя ласкают. Я увидел в губах эти губы. Угонщица. Очича. Давай я сразу. Очи черный. Уго. Угонщ. Кум. У. У. Го. Го. У-о. Уго. Да нет такой песни. У. Есть. Я... Угонщица. Уголыша. Угонщица. 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 Уборщица. Да, да, да. Только Г. Угонщица. Угонщица. Да. Угонщица. А, угонщица. Угонщица. Это все. Снимай наушники. В этом конкурсе больше песен угадала команда Паши Воли. Следующее испытание вам придумали ребята из студии «Союз». С Новым годом, страна! Ну а что, какой был год, такая и песня. Желаем, чтобы наступающий год был таким. С Новым годом! В прошлом году мы участвовали в очень сложном конкурсе с музыкальными инструментами. И мы долго придумывали такой же сложный конкурс для вас. И придумали. Вы будете участвовать в том же конкурсе, что и мы в прошлом году. Удачи! Ну что ж, поскольку...
Поскольку я сама участвовала в этом конкурсе, напомню правила. От каждой команды участвует по 3 человека. Мы сейчас дадим вам инструменты, на которых вы не умеете играть. И вы по очереди попробуете играть песни, а ваши сокомандники будут их угадывать. Если у вас не получается, вы можете поменять музыкальный инструмент. Давайте начинать. От команды Павла Воли в этом конкурсе будут участвовать Илья Соболев, Сергей Гореликов и Демис Харибидис. Встречаем. Итак, начинает Демис. Демис. Сначала посмотришь песню. Подбирай. Поехали. Давай. Давай. Та-та-та. Та-та-та-та-та-та. Ну, понятно же. Да. Демис просто проигрыш из этой песни сыграл. Он проигрыш нашей команды играет. Тамир. Как он так делает? А пока играет музыка, давайте поменяем инструмент. Давай, Дэм. Все. Я отгадал. Я не знаю, как это, Цой. Меняем инструмент. Бери гитару. Ну вы бы охренели, если я бы сейчас сыграл прям. Давай вместе. Все, готовы? Да. Он все ближе и ближе к песне. Замечательный сосед, что ли? В нашем доме заселился, поселился? Нет. Нет. Это из той же эпохи. А, это маленькая подсказка. Это, значит, Сюткин. Где-то на белом свете, там, где всегда сосед. Жил-добыл черный кот за углом. К инструментам выходит Серж Горелый. Давай. Смотри. Мне кажется, тоже рифм, нет? Солнышко мое, вставай! Трубу возьми. Трубу? Да. Нет! В трубе надо дуть. Во! О! Та-та-та-ра-та-та! Возьми балалайку. Та-та-та-ра-та. Да, я могу просто шипеть даже. Давай. Та-ра-та-ра-тан, та-дан. Кому я говорю? Да все правильно, да! Та-ра-та-та-тан-та-дан. Нет, да, не та-ра-та-тан. Значит, я пою ее, но я не знаю такую песню. Последняя попытка угадать песню. Па-па-па-рам-па-па-па-ра-па. Не цвету саду, вот, да. Подожди. Все, ребята, это был последний шанс. Да нет, блин. Заканчиваем. Заканчиваем! Он идеально сейчас сыграл. Итак, Серж, скажи, какой правильный ответ. 3, 2. Одиночество от Лолы. Илюха, ты. Я. Итак, Илья Соболев. Сразу выбираю барабаны или сковороды. Вот это. Давай. Тихо. Аккордеон. Нормально. На баяне. Сейчас будет. Илюш, песню посмотри сначала. Итак, песня. Поехали. Я понял, давай другое. Не-не, это не твое. Белые розы, белые розы. Еще раз, я понял. Итак, мы найдем музыкальный инструмент. Нет, ты подними. Так, это тоже не то, сейчас. Гитара. Нет? Очень похоже. Сейчас похоже на «Титаник», на «Утилус» сильно. Надей только ремень. Да, пианино, да, у меня же этот.
Та-та-та-ра-тан-та-та-ра-тан-та-та-ра-тан-та-та-ра-тан. Да. Правильно я по ритму? У вас есть версия, Демис? Нет. Серж. Тогда, Илюха Соболев, расскажи, что ты играл. Ветер с моря дул, ветер с моря дул, ветер с моря дул, разгонял беду, разгонял беду. От команды Харламова позориться будут Гарри Харламов. Ура! Андрей Бибуришвили и Марина Кравец. Итак, покажите нам название первой песни. Как чувствуешь? У нас проблема. Ламба или Фера? Я очень люблю его, но я не знаю его. Вообще. Он здесь. Я знаю, что он здесь, но... Может быть, он напоет? Я даже не знаю, с чего начинать. Если он напоет, то я попробую угадать, что это за песня. Джонни, давай. А на ушко? Ну тут беда. Давай поменяем песню. Покажите нам новую песню. Ну да, какой-то... Вот. А, ну вот, все. Вот? Все, да, все. Это точно что-то Это уже моя возрастная категория. Мы с тобой справимся. Да. Это по-любому я еще не родился тогда, когда это написали. 100%. Ну что ж. Скажи, а ты высоту хоть чуть-чуть соблюдаешь или вообще... Конечно. Просто то есть слушай. Ритм и высота, то есть там ниже, выше, это ты соблюдаешь. Я сейчас даже отыгрывать буду, просто смотри. Отрыгивать? Давай. Хоть какие-то варианты есть вообще? Ты как мать знаешь, что такое бывает. Да. Ветер в поле, в поле ветер пролетел. Не нужны тревоги, нам любые дороги, дороги. Дороги, да, дороги. Отлично. Офигеть. Браво. Все, лучше не будет, я поехал. Андрюха, давай, теперь ты. Возможно, сейчас будет лучше. Другой инструмент. Но это не факт. Давай. А можно не на этих, не на вешалке? Выбирай инструмент. Сейчас. Вон на той вот войди. Пожалуйста. Это ксилофон? О, привет. Сначала посмотри название песни. Подожди, ты уже начал играть? Нет. Не-не-не, он пытается. Сейчас. Сейчас. О! Все, я хочу кофе. Да? Сейчас. Не лето, любимка. Да не заказывай, а угадывай. Давай. Сейчас. Вот, кажется, нащупал. Мистер Пропер? Подожди, да. Идеально. Сейчас. Посмотрите на меня. Слушай. Тише! Он не знает, на какой. Вот так просто? Да. А вы говорите, музыка — это сложно. Андрюха, переходи на барабан. А, я понял. А, это музыка я с фильма понял. Давай. Тише, тише. Давайте я на барабан. Давай барабан. Да. А ты говорил, лучше не будет. Вот тебе, пожалуйста. Это невозможно. Смотри, как хорошо. Ну, он высоту вообще не знает. Наверняка. Да-да. А дальше-то? Похоже, похоже это. Покажите мне. Нет, сейчас, вот, нет. Вот есть еще один вариант. Еще вот такой, смотри. Есть еще один вариант. В конце плохо. Сейчас. Вначале сыграю. А вначале шедевр что-то. Сейчас. Покажите вы штаны. Вот с березовой коры. Проходи на арфу, пожалуйста. На вешалку. Это бенефис одного музыканта. Да. Какой год, такая и музыка. Понеслась. Мне кажется, он пока просто осваивает ее. Погодите. Похороны Брежнева были под эту композицию. Вот, все, понял.
Помогите ради Господа. Такая старая песня. О, стой! Тихо! Ну-ка. Ты неси меня, река. Очень нет. Сейчас. Что-то очень современное, да? Что это та нота, да? Забирай меня скорее, увози за стол, Ури! Простите, простите, простите. Ну, это же кошмар. Спасибо большое, спасибо. Ты спасла меня из ада. Андрюша, дальше просто пропуск. Нет, знаете, в чем прикол? Просто Марина угадала сразу, они просто с Харламовым договорились, что они будут издеваться над Бабришвили. Все инструменты просто должен был попробовать. А, пожалуйста, уважаемая Марина, да? Пройдите, да, к инструменту. А за какие? За посрамленные или за какие? Балалайка. Они посрамленные все. Так, хорошо. Так. Вот это балалайка, да? Так. Алло. Ну ты понял, что арфа это твой инструмент? Да. Подожди, что из этого арфа? Итак. Итак, песня. То, что Марин... ты назвал вешалкой. Да, понял. Мариночка, да. Посмотри, пожалуйста, на песню. Нарезка для сыра вот эта. Хорошая гигантская песня. Так, поехали, дайте послушать, подожди. Нелето, это любимка, щас... любимка, Нелето. Когда-то я попаду. И ничего, в глазах пустота вообще. Да я ж не повторю. Елочка. Так, сейчас подожди. Еще раз. Это припев? Мне кажется, ту-ту-ту-ту. Это Шарапов. Это Штирлиц? Ту-ту-ту-ту-тун-тун-тун. Однажды в Америке. Она идеально сыграла. Ничего себе. Серьезно? Ну вот пос... Ну подожди, ты же запомнил, кто это играл. Ну и следующая песня для вас. Стой, и может та 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 3 сентября. Ребята, мы едем в тур. Итак, дорогие друзья, с разгромным счетом победила команда Харламова. Капусту вначале потушу. А потом вот щи. Оно наваристо такое будет. Оно не размякнет потом в воде, да? Нет? Нет, 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 нет. Помидорки две туда порежу, так с кожицы вообще снимешь, чтобы они были помягче. Вот, и знаете, какая вкусная. А потом можно яичком залить. Одно яичко, оно только, знаете, перемешается, питает этот сок. В Comedy Club сейчас на экране тот, кто появляется в Comedy чаще, чем в своих клипах. Следующее испытание от Джигана. Не волнуйтесь, он не будет петь. Поздравляю всех с Новым годом. Новый год – классный праздник, потому что дома всегда запах мандаринов, елки и шишек. Веселого вам Нового года. Вы всегда издеваетесь над русским рэпом. Я придумал такой конкурс, в котором русский рэп будет издеваться над вами. Если у вас есть слух, чувство ритма, логика, то в этом конкурсе это вам только помешает. Потому что конкурс называется «Угадай реп». Это реально. И вам нужно будет угадать как можно больше слов в этих строчках. Если вы вдруг знаете какую-то из этих песен, то бог вам судья. Участвовать будут все, потому что мы хотим, чтобы страдали абсолютно все. Команда отгадывает песни по очереди. Каждую песню вы сможете послушать только два раза. Ну что, начинает команда Гарика Харламова. Итак, мы слушаем песню первый раз. Я тупак, бича, мала пеликан. Катится на сцену самый новый пеликан. Я тебе молодой тупак. Легенды. Да. Молодой легенды, катит. Мазафак, я молодой тупак. Катит, это стопудово. Катит, тупак, молодой легенды. Катит, по-моему, что-то. А можно второй раз еще пожалуйста, раз? Пожалуйста, внимание, полная тишина. Отрывок номер два. Еще раз.
Я твой байк, бич, я молодой легенд. Катится на сцену самый новый Билли Мэй. Пока ребята обсуждают, я скажу, что это второй раз в истории, когда попросили послушать эту песню еще раз. Итак, посмотрите, как сближает русский рэп. Посмотрите. Давайте, Баттер. У нас есть версия, да. Я Тупак, да? Типа я... того. Мы готовы, да? Давай, отвечает Тимур Батрутдинов, я правильно понял? Я Моргенштена Верт. Давай, пожалуйста. Моргенштовок. Я Тупак, бич, я молодой легенда. Катится на танк, катится на сцену, разрывая тренды. Наверное, так. Вряд ли в зале есть человек, который знает эту песню наизусть, или, во всяком случае, он не признается. Давайте посмотрим на экран. Я Тупак, бич, я молодой легенда. Я Тупак, бич, я молодой легенда. Катится на сцену самый новый Билли Мэй. Нормально, нормально, нормально. Легкотня. У нас лучше, да. Заколебался своим мерином уже. Как хорошо вы, к сожалению, знаете творчество Моргенштерна. Мы переходим к команде Павла Воли. Итак, полная тишина в зале. Проливаясь на свет, лирический альфа заместно под атмосферу. Тебе не успею. Мне кажется, эти песни пишутся быстрее, чем они обсуждаются просто. Давайте, ребята. Давайте еще разок. Проливаясь на свет, лирический альфа заместно под атмосферу. Тебе не успею. Попадает. Мы только вот это услышали. Лирический альфа-самец родился на свет. А первую строчку... Это очень поэтично. Тебе не успеть. А, окей. Принято, спасибо. Еще попадает на свет. Попадает на свет. Лирический альфа-самец родился на свет, попадает на свет. Тебе не успеть. Внимание на экран. Проливаясь на свет, лирический альфа заместно под атмосферу. Тебе не успею. Нормально. Нормально было, нормально было. Двигаемся дальше, продолжает команда Гарика Харламова. Итак, отрывок номер 2 для команды Гарика Харламова. Как знам, мой путь для всех. Срывать цепи и сам кидаешь мамы. Вот не лето, не лето знает все слова. Он сейчас так от души танцевал. Знаешь слова? На русском тоже? Это Баттер так думает. Можно еще раз? Вы не поверите, мы повторяем это не только для них, но и для вас. Где вы еще это услышите? Давайте, второй раз послушаем. Как знам, мой путь для всех. Срывать цепи и сам кидаешь мамы. Самый удачный момент. Рыбалка в самый удачный момент. Это что-то красивое. Это про мать, наверное, песня, да? Самый удачный момент. Не факт, что они угадали, но там родилась версия, которая им нравится, я смотрю. Итак, ребята, 5, да. 4, ага. 3, yeah. 2, 1. А. Ваша версия. Кто отвечает? Мы предполагаем, что этот исполнитель говорит в своей композиции... Следующие слова. Срывал кий в самый удачный момент. Вот я бильярдист, срывал кий в самый удачный момент. Я бильярдист, срывал кий в самый удачный момент. Ну что-то вот такое. Аналогия с коитусом. Ну, видимо, это песня про бильярд. А, версия принята. Давайте посмотрим на экран. Как знам, мой путь для всех. Срывать цепи и сам кидаешь мамы. Сам кидаешь мамы. Это я услышала подходящий момент. Момент мы угадали. Мы угадали момент. Поздравляю, ребята, вы глухие. И мы переходим к команде Павла Воли и слушаем следующий фрагмент. Итак. Грызги, суки, все, как моя половина. Они не улыбаются, чтобы мы изъяли нажающие. Очень круто. Вот когда наркоз у стоматолога отходит, примерно вот так. Ребят, единственная просьба, больше двух раз нельзя повторять эти песни, а то рэперы вот эти придут сюда. Не, мне это понравилось. Она какая-то... Ну, последняя была хорошая. Хорошая. Можно еще раз? Да, пожалуйста. Грызги, суки, все, как моя половина.
парни не улыбаются, сытные зрения на женщин. Давайте. Есть. Вы готовы, ура! Да. 33 суки на мне, они как моя половинка. Они улыбаются мне, мне не нужна резинка. Внимание на экран. 33 суки, все как моя половинка. Они не улыбаются, все как моя половинка. Мне не нужна резинка. Вы знали эту песню, очевидно, это нельзя разобрать. Добря, послушай. У нас нормальные уши просто, понял? Дамы и господа, девочки и мальчики, мы поздравляем команду Павла Воли, потому что она в этом конкурсе победила! Она победила, и ей должно быть стыдно! Каждый год вы надо мной издевались. Что вы только со мной не делали, и подкидывали на батуте, и завязывали мне глаза. Вы даже заставляли меня петь песни Ревы. Я хочу мести, и поэтому я придумала для вас конкурс. Так как впереди год быка, я приготовила вам быка, на которого нужно будет сесть сверху, петь песню и не упасть. Но если вы вдруг упали, вас сменит второй участник вашей команды и продолжит петь. Побеждает та команда, участники которой меньше раз упали с быка. От команд участвует по два человека, а оставшиеся участники команд встают вокруг ринга и поддерживают своих друзей. Давайте начинать! От команды Павла Воли идут Дмитрий Сорокин и Демис Карибидис. Они будут петь песню «Три белых коня». И земля остыла, и чуть нахохлились дома. Это в городе тепло и сыро, это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима. И уносят меня, звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Две объятья. Но я вам елки в треугольных платьях, только елки в треугольных платьях мне навстречу бегут, бегут. И уносят меня. Давай, давай, давай. Звенящие снежную даль. Три белых коня, три белых коня. Декабрь, январь и февраль. И уносят меня. Звенящую снежную даль. Три белых коня, три белых коня. Январь и февраль. Остыли реки, не земля остыла. Но пряного развеива. Да я не сесть-то! Это в городе не грустно было. Это в городе мне грустно было. А за городом смеют, смеют. Уносят меня, не уносят меня. Три белых коня, три белых коня, декабрь, январь и февраль. И уносят меня, и уносят. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. От команды Харламова мы приглашаем Тимура Батрудинова и Андрея Шелкова. Поехали! Вы будете петь песню «Звенит январская вьюга». Кстати, подождите, ребята, вы понимаете, что это первый конкурс, где впервые в жизни, Баттер, наездница ты. Браво! Эй! С любовью встретиться, проблема трудная,
планета вертится. Круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху. В любовь еще одна задача сложная. Короли вечеринки. Испытания закончились, и осталось самое главное. Совсем скоро мы узнаем, кто победил. Ребята, выходите сюда. Я напоминаю, что победители загадывают желания проигравшим. Давайте не будем тянуть и объявим результаты. Победителями новогодней ночи 2021 года и обладателями титула королей вечеринки Comedy Club на телеканале ТНТ в год металлического быка становится невероятная, умопомрачительная, смешнейшая, музыкальнейшая команда. Каждая команда становится победителем. Ничья! У нас ничья! Ребята, ребята! У нас была сумасшедшая идея, когда проиграете вы, мы хотели предложить вам, но так как ничья, давайте сделаем это вместе. У нас тоже была невероятная идея. Какая у вас? Невероятная. Смотрите, вы все лишаетесь девственности прямо здесь. Нет. Другая, конечно, другая. Вы просто будете носить усы весь месяц. Январь, весь месяц январь. И вы тоже. И в итоге, в первых съемках, которые состоятся в новом году, мы все вместе снимаемся в усах. Такое ощущение, что у нас фетиш с этими усами. Мы очень хотели носить усы. Поздравляю с победой! Прекрасно, и я вас тоже, сударь. Носим усы! Сбриваем бороду, отращиваем. Ура! Прекрасно. Ребята! Носим усы! Я видел их в усах. Это реально жестокое наказание. Тем не менее, ждем с нетерпением. Это был Новый год в Comedy Club на телеканале ТНТ. Будьте счастливы, пусть 2021 год принесет вам только позитив и улыбки. С Новым годом! 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 No, left your heart torn. It's what the devils do. Took you so low, where only fools go. I shook the angel in you. I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can do. Yeah.
Представь, что ты успеешь только проспаться после Нового года, открываешь глаза, а там... Тань, а что такое вокабуляр? Словарный запас. А что? Да тест на него хотел пройти. Ну, тогда уже не буду. Не пропусти премьеру нового сезона «Саша, Таня». Сразу две серии. 2 января в 20:00 на ТНТ.